Мы с вами даем себе отчет, что многие страны сегодня не будут принимать наших туристов, а во многие мы сами не поедем. Поэтому думать надо о развитии внутреннего туризма. Мест замечательных много, но только с одной стороны туда не добраться дорого, с другой стороны отдыхать не так уж и много возможностей, где это можно сделать, потому что сервис у нас пока уступает, а тот, который на высоте, не по карману. Мы говорим о семейном отдыхе. Те, кто с детьми приезжает, условий нет. Значит, должны быть и скидки, должны быть и меры поддержки. Давайте выработаем эти предложения. Давайте думать о том, чтобы и вы как-то больше вовлекали депутатский корпус в выработку решения, а с другой стороны, в виде инициативы их поддерживали.